Да. Крутит, 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 крутит! Давай, брат! Есть. О, первое. Такой прорез. Хороший прорез. Опа! Очередная сработочка! Очередная сработочка! О! Вторая такая хорошенькая, да? По традиции этой зимой мы ставим очередную жерлицу. Наловили живчика, как обычно. Последние два раза у нас нам удавалось поймать быстро и хороших крупных живцов. Есть прям такие плотвички суперские. Заряжаем. Ну все, остается только ждать. Остается ждать поклевки. Зарядили жерлицы. Как всегда, денек, погодка. Не может быть идеальным все. Ветерок дует. Порывы такие хорошие на самом деле. Показывает по прогнозу 10-12 метров будет. Но в целом светит солнце, пригревает. Поимели одну поклевку уже. Но не крутит вроде. Хотя вроде леску натянула, не знаю. Треска обмоталась, но они все равно не будут крутить. Покусно? Да. Буквально прошло, наверное, минут 10. Вот мы поставили жерлицы в этом месте. Сместились это на метров 60. Поставили следующие. Пока ставили те, я шел назад. Слышу выстрел. Ну, я же как бы чувствую этот звук. Такой, знаешь, вот этого металла, вот этого, этой пластика вот этого. Первая поклевка есть. И прошло буквально минут 10. Минут 10 прошло. Сегодня такую тактику немного решили использовать, что разбросить жерлицы по разным точкам. Сегодня надеемся хорошо закрыть именно сезон ловли щуки со льда, потому что через буквально дня 3 начинается нерестовый запрет. И открытие уже будет только в мае. И в мае уже по открытой воде. Пока стоит. Пока стоит. Там стоять, а что только стрелять? Слабина. Ага. Пока стоит. Помотает. Да? Что? Да. Ага. Потихоньку подматывает. Вот. Подошел, стрелял флажок. Хочу чутка подождать, потому что была слабина, появилась натяжка и чутка помотала. В принципе, о, мотает. Сейчас буду подсекать, пробовать. Нос. Мимо, товарищи, мимо. Надо было еще подождать. Что, видимо, надо было еще подождать. Экземплярчик, возможно, был средненький, потому что рыбку хорошо потрепало. Я чувствую, что рановато дергаю, рановато. Надо ждать, и живчики крупные, и, возможно, ей надо время его заглотить. Где-то уже третий час идет, и 5 поклевок случилось. И все у Марка. Марка клюнула. Третья сработка. Может, сбила? Не мотает. Фу, пока добежали, блин. Нет натяжки. А? Подождем, чутка, нет натяжки. Чутка всем. Ну, проб. А? Может, съела просто уже? А, что-то, не. Что-то много вымотало. А? Много вымотало. Прям до мяса. Поверни-ка камеры. Прорез. Хороший прорез. Ты маленьким зубом так сделаешь. Я боюсь, что просто до того, как я подсек, она уже выплюнула, кололась и выплюнула. Ну, может быть. И как бы и рыбка уже на дне сидит.
Не знаю, в чем причина, почему у меня сегодня флажки не поднимаются. Есть подозрение на то, что в прошлый раз я поставил крупные крючки, потому что у нас сегодня живец крупный, в прошлый раз был крупный, ну, хорошие плотвички. Я поставил крупные крючки. Марка только переставила, крутит. Хорошо крутила. Смотри. Давай, брось! Есть. О, первое. О, бежали. Мелко, да? Ну да, ничего, очень крупная. Оп-оп. Погулять хочешь, чутка, подожди. Чутка выгулил ее. Только переставил, да? Угу, решает. О, смотри, гуляет, гуляет. А? Прогулочка вышла. О, хорошая. Это хорошая. Килограммчик. Все-таки моя теория была правильная. Эта жерлица стояла полтора часа, ну, холостую, не было поклевок. И я на 2 метра сдвинул, пробурился. На 2 метра и сразу поклевка. То есть говорит о том, что пробурить рядом лунку, переставить живца раз в час надо. Это все-таки помогает. Хорошая мерная килограммовая щучка. Очень приятная, смотрите. Ну, покрупнее, чем в прошлый раз же у нас были. Да, да, это такая мамочка уже, с икорочкой. Во, смотрите, килограммчик. Я думаю, прям железно. Но точно не больше. Не больше килограммчика, ну, есть. Она тяжеленькая, хорошая щучка. Взяла намертво, живца съела, крючок в горле. Все, как и должно быть. Сейчас я, кстати, поменял обратно на, ну, такие небольшие крючочки аккуратные. Посмотрим, что-то поменяется или нет. Приходится перебуриваться постоянно. Ну, даже, Марк, получается, у тебя была поклевка, и потом ты перебурился. Или как у тебя было? После поклевки я не ставлю в эту же лунку. Я где-то на 3-4 метра перебуриваюсь. Как опыт говорит, чаще всего, когда ставишь в эту же лунку, не хочет клевать. Не знаю почему. Хотя иногда бывает, но чаще всего надо лучше переместиться. Как бы шансов тогда больше. Лично у меня так. Что-то есть. Ну, мелко. Мелочь какая-то. Фух. Не крупненько, а что-то идет. Как я говорил, холоп стояла долго там, на старый. Метр, да. 10 минут. Но эту щучку мы выпустим. Совсем карандаш. Таких мы не берем. И вот такая маленькая клюнула сегодня. Это моя вторая. Такую я выпущу обязательно. Пускай растет. И через пару лет, я надеюсь, ее еще поймать в другом размере. Все, спасибо тебе. Ушла, родная. Не будем портить ритуал. Поймали в этой лунке, буримся через метр дальше. Пока эта тактика работает. Все, спасибо. Да, конечно, ход сегодня очень сложный. Еще ветер добавляет, снег метет. Снег легкий, мороз на улице. Фух. У нас была натоптана тропинка, ее уже просто замело. Сейчас переставлю жерличку на другое место, пожалуй. Что-то не берет здесь. Тишина. Тишина. Опа. Крупная рыбка стоит. Пробурился еще в другом месте. Фух. Посмотрим, сработает ли это или нет. Бывает, стоит, полчаса вообще тишина. Только переставили буквально пару метров в одну-другую сторону. И сразу поклевка. Я не знаю, это или холостая, или я его только поставил 2 минуты назад. Крутит? Нет, стоит. Подожду чуть-чуть. Ну, слабина. Скорее всего, рыбка сбила, да.
Наверное, рыбку я сдернул. Чуть-чуть травы было. И так сегодня две или три поклевки было. Переставили, да. И поклевка случалась. И недалеко, пару метров, 3-4 максимум, и все. И сразу клюет. Блин, тяжко по такому снегу бегать. Ага, все, пробовал подсекать. Нет, что-то есть. Снурок. Возможно, тут не глубоко. Это место близко к траве. И очень много, может, мелкой щуки. Так что тут, ну, мельче всего. И близко к траве борюсь. И ну поэтому да. мелкие щуки уже, наверное, много из-за этого. Оп. По традиции, таких мы отпускаем на будущее, чтобы их ловить в крупном варианте. Поэтому отцепляем ее аккуратно и отпускаем эту малышку. Совсем такой маленький. Все, живи. Ушла. Это получается шестая или седьмая поклевка? Шестая. Шестая, да, шестая. Три реализации есть и три мимо. Ловим дальше, еще время есть. Часики 4 мы сегодня половим. Еще время есть мамкусу поймать сегодня. Да. Поклевки сегодня случались в разных местах. То есть мы сегодня постарались расставить жерлицы в разных направлениях. Тут метров от 40 до 60, а может даже и 100 некоторые друг от друга находятся. И стараемся облавливать такой большой квадрат. И было везде, клевало везде. Что в одной, то в другой стороне. То есть щука начинает двигаться? У Марка поклевка. Посмотрим. Крутит, 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 крутит! Подсекать? Хорошо крутит! Почти все раскрутило, брат! Крутит! Крутило, ты чё? Я реально... Во-во-во-во! Поклевка. Уже крутило много, брат. Не крутит. Подтекаю. Фух. О, что-то есть. И по ощущениям хорошее. Да? Дергается. О. Не форсируй. Не получается. Дай держу. Ход ей. Дай ей ход, если что. Держу. О. Хорошо крутило. Даем ей... Погулять чутка. О! Вторая такая хорошенькая, да? Больше килошечки. Больше килошечки. Аккуратненько. Но это уже самое крупное за сегодня. Так, хорошо видно? Ну да, снежок только чуть-чуть убрать, если... Вот, я думал, больше килограммчика. Вторая за сегодня у меня, именно которую можно взять. Фух, вот это денечек. Была тишина, тишина. Сначала у Марка стреляли флажки. Теперь и у него, и у меня стреляют. Подожди, пока, подожди. А, вот, пошло. Тихо, тихо, жди тогда еще. Снимает? Да, хорошо. Жди, жди, жди. Первая сработка за сегодня. Как-то аккуратненько, да, все? Сейчас минут 10 назад у Марка была сработка. Он взял щуку. Ну и что делаем? Не хочешь, да, больше крутить? Ну, что-то мелкое. Ну, такое уже. Грамм 700. Да не, ну все равно. Кстати, я поменял крючок здесь на более маленький. Сейчас, поймать бы ее. Уж какая активная. Хорошо, видишь, подсек. И именно из-за того, что подсек, удалось ее достать. Засеклась тут вообще... За краешек челюсти.
Буквально 10 минут назад у Марка сработала очередная жерлица, он вытащил щучку хорошую, но у меня вот первая сегодня такая небольшая, но в размере. В общем, класс, ждем следующей поклевки. Только хотел переставлять эту жерлицу в другое место, вот такие мысли были. Бурил уже лунку, начал ее бурить, у Марка сработало, не добурил, потом пошел добуривать, увидел, что у меня сработало, до сих пор еще не добурил ту лунку, куда хотел переставить эту жерлицу. Вот такая рыбка. Ставим лайки. Вот один у меня была одна размотка, съела рыбку. Вторая была сейчас размотка. Я уже подошел, мотала. И я сам сделал большую ошибку. Нужно было вот в этот момент, когда намотала, подсекать. Очередная сработочка! Очередная сработочка! Это мамочка моя на 5 кило. О, пошло. О, хорошо мотает. Остановилась. Метров 100 прибежал сейчас. Не, хорошо мотало, подсекал да. бы. Ну подождем чуть. Сейчас слабина, конечно. Может, выпрямил, но его встало. Ну, наверное, стоит. Непонятно. Что-то. Что-то есть вроде. В траву взяла, брат. В траву. Успел. Выплюнула. Надо подсекать, когда крутила. Ну, надо было. Долго стояла, кстати, здесь. Много вымотала. Да я тебе про это говорю, надо было подсекать сразу, когда подбежал. Все. Все обсосало. Смотри, чешуи даже нет. Да, значит, долго довольно у него было во рту. Поэтому надо было прибегать сразу подсекать. Надо было. Ну да. Такую прекрасную погоду. Март месяц. Солнышко пригревает, но, к сожалению, сегодня ветерок. Покушать горячего супчика — это самое, я думаю, лучшее, что можно сделать на природе сегодня. Помимо рыбалки, конечно же. У тебя сработки, видишь, у меня, потом у тебя в основном. Ну да, и видишь, я переставил туда. В той стороне была сработка. Ага. Уже две. И более крупную щуку я тоже там поймал. Сколько поклевок ты посчитал за день? У меня было 7, ой, 6 или 7. У меня 3. Ну, таких железных. Нет, 6 я тебе говорил, когда я ту вытащил. Да, та была 6. Да, значит, та была большая 7, 7. 7 у меня. И у меня 3, 10 уже было. 10 уже есть. Да. Недавно был момент, решил переставить жерлицу, опустил, начал подматывать, то есть подкрутил где-то 3 раза, и раз, как зацеп глухой. В общем, села щука в этот момент, но я подсек, но, к сожалению, пустой крючок оказался. То есть, видимо, на рыбку схватило, я подсек, и просто рыбка сорвалась. Окей. Поставил нового живца, опустил, пошел в другое место жерлицу, в другую переставлять. Буквально 5 минут. Только переставил и клюнуло сразу. Выставил? Да. Новая лунка. Опа! Такой же был только что момент. Я переставлял жерлицу, опустил, сделал 3 подмотки, и раз, пошло туго. Я подсек и пустой крючок. То есть щука взяла. Сейчас перешел к другой жерлице переставлять. Только я переставил и смотрю, что-то как-то начало, ну, вот как скручивать вниз чуть-чуть. Я не понял. Я придержал. Потом дал ей скрутить. И началось. Я смотрю, крутит. Думаю, ну ладно, подсеку. И вот хорошая щучка за килошечка. Вот так, друзья, бывает. И самое интересное, что две подряд таких ситуаций сейчас у меня случилось. Реально, две подряд. 5 минут назад у меня была такая ситуация на другой лунке, но там я что-то поспешил, резко подсек и все. Не дал щуке заглотить приманку.
вернее живца. А здесь вот дал, и результат налицо. И хорошая щучка. Так, теперь мне еще ее освободить. Итог дня, получается, клев был до двух, активный клев. После двух он стих. Пару было поклевок, но, наверное, всего одна поклевка именно флажок сработал. А активность рыбы была до двух часов. Прям каждый час по несколько раз флажок вставал, и потом все. В общем, вот такая у нас сегодня рыбалка получилась. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Оставляйте свои комментарии, на которые мы с удовольствием ответим. Ну и ставьте палец вверх, или, как я люблю говорить, ставьте плавники вверх. Попробуем на VIP. В прошлый раз, кстати, что-то не очень брало. Может, в этот раз хотя бы? В этот раз, может, хотя бы, что мы увидим. Опа! Был удар. Брат, удар был!